Оксана Семенова окончила Московский институт мировой экономики и информатизации с отличием, по специальности юриспруденция. С 2003 года работает в отделе дознания ОМВД России по Ленинскому району, а 2 года назад возглавила это отделение. Тяжело руководить? Очень. У нас женский коллектив на 99%. Сами понимаете, женщины, это сложно. Дознавателю приходится работать с разным контингентом. Ситуации бывают зачастую намеренно провокационные, которые нередко случаются со стороны подозреваемых и потерпевших. Поэтому дознаватели со стажем работы, как правило, хорошие психологи и знают, где и как надо поставить вопрос, на чем акцентировать внимание при расследовании того или иного уголовного дела. Уголовные дела, большая часть, это преступления против собственности, это кражи, грабежи. Также сейчас у нас идет борьба с незаконной миграцией. Дознание – это одно из форм предварительного расследования, и, как правило, это преступление небольшой и средней тяжести. В основном это преступление, по которому максимальное наказание превышает 5 лет лишения свободы. Оксана признается, с тех пор, как заняла должность руководителя, практически живет на работе. Приходится приходить, да, помогать. Потому что тут надо постоянно быть в режиме онлайн. Не на минуту. Иначе потом просто, когда выходишь с отпуска, уже не знаешь, чем тебе заняться. Потому что если ты что-то упустишь, то за тебя это никто не сделает. В отделе в основном представительницы прекрасного пола. Может, от того, что основные качества дознавателя – терпение и умение слушать, в большей степени присущи женщинам. Они не боятся лишней нагрузки и ради общего дела готовы пренебречь личным временем и задержаться на работе. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».